Так, это батон. Это у нас что, хворост такой? Честно, я такое не очень люблю есть. Чипсы более еще как-то. Плохо разжуешь, тут царапает и горло, и десна. Ну, посмотрим, мне кажется, она будет вкусная. Тут, наверное, поприсыпка. Вкусная. Это торт, Ксюша, на день рождения. Тут еще подарки. Потом покажу колготки. Это торт. Пешт называется, пешт. Большой. Получается, он вышел на... Блин, где? Он кило 500, он 526 рублей этот. А может будешь, а может не будешь. Ого, сколько хворости, Захар. На полу. Чистить все надо. Это я уже показывала. Да, купила, мне надо ценники поотрывать. Так, колготки большой размер, XXL. 40 ден. Тапочки. Здесь нет цены. Ну, не знаю, влезет, не влезет. Если честно, непонятно. Что такое? Грязь какая-то. Клевер. Вообще они такие не любят носить, молодежь. Но это. Метр 70, 106. Вообще я не знаю. Хорошая такая ткань. Хлопок 92%. Так, это... Ой, что это оно так сыпется? Короче, вот такого цвета должен быть подводка с блестками для глаз. Брюс, имей совесть, а я тут тебя, что ли, звала? Ну, короче, вот так, видите, поблескивает. Взяла бы себе тоже такое, но мне кажется, просто оно, глаза будут сыпаться. Это белорусская косметика. Рок. Трусы тоже Беларусь, как нас кидает. Захар этот кончился там, да? Так, это подводка для глаз. Здесь мягкая кисточка. Так, это масло для губ миндаль, облепиха, витамин Е. Ты шкрябаешь там, наверное, здесь ролик будет. Нет, не ролик, здесь кисточка. Как блеск для губ, короче.
Вот это все надо в пакет положить. Почему это кошки любят сидеть на пакетах, а? Это ненормально. Еще своей задницей, которая кровит. Да что такое? Брюс. Все. Я готов. Что балуешься? Девочки, еще купила сегодня вот такую соль для ванн. Видите, 150 грамм. По-моему, ее цена 40 рублей. Это Копейкин дом, да. Что у нас тут по составу? Пакетик. Ой, такая маленькая. Ну, в принципе, в целях экономии так оно и сыпется. По составу здесь идет, мне состав просто заинтересовал, морская соль, эфирное масло, бергамот, чайное дерево, можжевельник, черда, полынь, экстракты. Так что вот так вот. Доброе утро, девочки. С время уже 9:18, все проснулись, отец на работе. Вчера опять ругались. Его выходной был. Я потом гуляю. Они это... Она долго, они низко. У меня сегодня день рождения у Ксюши, маминой сестренки. Вот, и поедем поздравлять вечером. Как-то так. Да, Брюс? Надо пойти чай попить. Надо бы, наверное, сходить в магазин. Или не идти. Уже никуда не тратиться. Я слишком много потратила уже в начале месяца. До связи. Меня бесит, когда взвешиваешься, и на следующее утро перевес. Не хочу показывать. Не знаю, как похудеть. Ничего не получается. Штаны сушатся. Что будем чем завтракать? Тебе яйцо... А, яйцо же я не... Да, мне все равно надо идти в магазин. Яиц нету. Будь здоров, сыночек. Что у нас с градусами с утра? Плюс 12. Нет, у нас вообще вот 3 дня уже тепло просто. Весна, шикарная погода. Но как? Как? У нас никогда в феврале такой погоды не было, скажу честно. То, блин, мороз минус 15. Не понимаю я климат этой области. Так, я проращиваю маш. Вот уже пошли. Ну, я уже вчера его даже ела. Мягкий. Пришлось Захарке одеть мою шапку. Потому что тепло очень я сняла. А у него было зимнее. Теперь блестит голова. С блёстками, шапка с блёстками. Что у нас за февраль такой, этот, жарище вообще, как весна. Все, мы с Захаром сходили в магазин, мы с Захаром погуляли минут 40. Я еле его домой завела, это пипец, конечно, он разыгрался, у нас так тепло, как весной. Ходит голый, потому что... Так, значит, яйца. Блин, я очень давно не ела омлет. Не знаю, Захар будет, не будет. Надо будет как-нибудь приготовить, и поэтому к нему я взяла молоко. Молоко такое. Акции, по-моему, 56 рублей было в стекле. Это стеклянная бутылка.
Так, взяла Захару маслины. Полочку уберем. Это не сегодня, сегодня мы едем на день рождения. Это туда я повезу к маме. Это Захарки тоже взяла. Не знаю, они с трубочками. Он сказал, что я взяла ему. Так, это я взяла, варить хочу гороховый супчик на копченых, на копченостях. Ну, там, честно, все такое дорогое было. Вот. Ты одел кофту? Я же тебе сказала. Нет. Так, вот такая ветчина. Кушать. Такая колбаска тоже дворянская. Так. Захаркина булочка. Батон. Так, сок. Тоже туда возьмем, Ксюша. Она соки любит больше, чем чай. Бананы. Так, паштета 2-1. Так, с индейкой себе оставлю. И да что ж у меня все падает здесь. И один с этой, с птицей маме положу. Так, тоже туда возьму вот такие оливки с ароматными травами. Это сюда. Это сюда. Так, здесь бананы вот. Наверное, Захар в последнее время просил. Так, еще одна колбаска дворянская. Родителям положу. Так, Инди Лайт. Это такие купаты боярские из индейки. А я две штуки взяла. Одну родителям положу, одну оставлю нам. Вот. Две штуки. Так, и взяла такие копченые ножки окорочка нам с мужем на ужин. И все. И на этом все. И пришел Брюс тут как тут. Да, Брюс, ты тут как тут. Потом у меня была курица там. Как я это все тащить буду? У меня же еще торт. Курица у меня была. Возьму курицу, сейчас достану. Посмотрю, что там. Как я это все тащить буду? У меня же не муж везет. Мы едем на такси, но это еще надо же спустить. Давай я тебе открою. Решила чуть-чуть подкраситься. Когда есть настроение, ну как, настрой. Ну, женщина, она... До конца остается женщина, если она, даже какая бы она ни была, двигаться, мыться, бриться, все вот это делать, чтобы не болело. Вот это же, да, это все о женщинах. Так, вот такой у меня гурмандис. Опять что ли купить желтую Maybelline тушь? Ничего не нравится. Это что у меня? Ну и какие-то тени. Анжелика какая-то. У меня мало косметики, поэтому я не являюсь бьюти-блогером, но поэтому у меня каналы позиционируются как влоговые. Не стала писать, да, никакие бьюти. Какие бьюти? Но все равно мне косметика интересная. Вот если бы мне там прислали на обзор, или я бы получала бы финансы с Ютуба, я бы покупала косметику какую-то. Вот. Просто не хватает лишний раз денег, чтобы пойти просто купить косметику. Как бы, я думаю, у меня многие сейчас люди из среднего класса понимают. Вот я сейчас смотрю, у меня там две помады. Это, кстати, корейская. Это как бы типа тинт. Ну, такие, знаете. Может быть, оно и лучше бывает, не знаю. Вот, и помада у меня там какая-то стоит. Может, по-моему, где-то еще есть. Но... Я вот стою и думаю, весна подходит, а у нас плюс 15 градусов, очень тепло, уже третий день. И сразу хочется, вот сразу захотелось помаду. Но я даже больше склоняюсь к блескам для губ, потому что там не критично, они редко пачкают, хотел сказать, десна, зубы, они... В меньшей степени, если он это вообще просто бесцветный, не так критично можно пальцем провести. А с помадой, конечно, проблематично, потому что она влазит туда-сюда, аж на нос залазит, короче. Поэтому я
возможно, буду покупать блеск. Короче, давайте уже. А то я могу, да, болтать. Так, вот что у меня получилось. Ну, я, конечно, губную помаду обычно вот так промокаю. Или, в общем, потому что с яркой помадой я сама, когда передвигаюсь, я в основном не хожу, чтобы на меня не было сильного внимания. Как-то я шла, у меня была ярко-розовая, ну, как вначале я покрасила, сейчас я уже ее съела. И мальчики во дворе мне сказали, смотри, как из... А как порноактриса, что-то такое. В общем, говорили про вот эти эротические фильмы, смотрели на мою помаду. Мне это, в общем, мне это так запомнилось, мне это не понравилось. Поэтому, ну, не знаю уж, очень как-то вот так вот у меня получилось. У меня Захарка спит. И я его бужу, говорю, просыпайся, надо ехать. Не знаю, как буду его будить. Он бывает, если спит в обед, а сейчас он в обед спит очень редко. А если он спит, то он спит долго. Часа три, потому что, значит, ребенок умотался, устал, набегался.